Я давай сюда. Только спокойно, без фанатизма. Дуся, Дуся, Дуся. Не шлепнись. Ты уже у нас специалист по этому. Спокойней. Что ты такая шебутная? Маша, ты к нам пойдешь? О, Маша, вот как мама надо залезать. Спокойненько. Расчетливо, да, Маша? Вот так. Молодец. Вот мы сделали дополнительное перило, чтобы здесь можно было не падать. Сейчас вот спокойно можно стоять в ресторане «Седьмое небо». Буржуй! Жуй-жуй! Как всегда он у нас где-то застрял. Ну, вдвоем-то легко помещаются. Еще место есть и не постоять. Ну, уже можно не переживать, то недавно как-то залез я. Такие перила маленькие. Они втроем как начали тут шатать, буянить что-то. О! Буржуин бежит. Буржуин, давай к нам! Присоединяйся в нашу гоп-компанию! Маша, дай я... Маша, дай я пройду, посмотрим, как буржуй залезает. Буржуй! Ну чё ты? Все нормально у тебя? Попка перевешивает. Труднее всего. Сейчас кто-нибудь ему даст, мамка даст ему. Ой. Ага! Буржуй. Все, перехотел. Нечего опаздывать. О! Срывать свою эту злость на березке. Маш, видишь? На березке срывает. Ладно. Пошел я слезать. Здесь наверху Маша, ладно. Отвлеку, а здесь буржуй. Буржуй, давай куда-нибудь подальше, чтоб я мог слезть. А то штаны спустишь, не буду слазить. Ну, может, пока он успею слезть. Пока он там или не успею. Чтоб меня не стащил. Успел. Буржуин, чё, не шмок залезть? А девчонки там пировали, тебя в компанию не взяли, да? Приходится вон муравьев добывать. Вот так, с опоздавшими. А девчонки там до сих пор что-то жуют. Пошли домой, буржуй. Там у нас уже стол накрыт. Пойдем.